Значит, часть третья, да, часть третья. Я до сих пор, кстати, не сделал на кактусе те сэмплы, не обработал их. Но сегодня мы будем изучать ноты. Ноты, да, ну, вернее, обзор нот. Вот видите, у меня есть ноты. Ноты, вот мчится тройка почтовая русская народная песня. Анданте не спеша, обработка Е. Ларичева. И вот такие видим ноты. Ноты видим в конце. Там какой-то повтор, да, насколько я понимаю, второй части. В двух частях пьеса. Скрипичный ключ. Тональность, к сожалению, сказать не могу. Ну, нотки. Вот мы видим первую нотку. Это у нас на пиано. Это... Так, подождите. До, ре, ми, фа, со. Это нотка ля. И вот те есть люди, которые изучают нотки и играют произведения, да, играют такие вот произведения, этюды, например, тут еще есть над полями русская народная песня. По ноткам очень сложно играть, поэтому проще импровизировать. Прелюд, видите, как есть, тут анданте, этюд, раскинулось море широко, это детская песенка, как по морю, морю синему, светит месяц. Вот у меня что-то какая-то вставочка где-то осенью, кусочек таких нот еще есть. Да, немецкая песенка Чайковского. Так, что-то еще Матео Каркаси Аллегретто. И вот еще дальше прелюдия сложная. Резолюто решительно. Анимато подвижно с одушевлением. Такой вот обзор, ну, для человека, который это ж не, то, не просто так их надо обозревать. Ну, ты берутся там, ставятся на возле музыкального инструмента и по чуть-чуть разбираются, играются пым-пым-пым. Там берешь, играешь как можешь. Танец, степ да степ кругом. Это вот, видите, такая жирненькие ноты, жирненькие такие вот. А, да, они же еще разные есть по длительности, там темпы, все дела. Так что немножко я в этом разбираюсь. Ну, совсем чуть-чуть. Ноты буре, аллегретто оживленно. Так, ноты, ну, давайте вот разберем, например, эти. Это у нас, ой, это от до будут идти, вот где эти, да? Так, это у нас до, си, си, до, си, си, до. А тут соль, ля. Видите, соль, ля. Так. Ах ты, ноченька, этюд. Так, ах ты, ноченька, ноченька, русская песня. И тут этюд, такая обзор нот. Лучший город земли, песня о Москве, Абабаджан, переложение Е. Ларичева. Этюд. Ну, в общем, так вот ноты. Вот раз. И тут еще, вот видите, это кусочек только какого-то издания, довольно-таки редкого нотного. Видим, что еще реклама тут есть. Кузнецов А из практики джазового гитариста. Вот такой вот обзор. Такой вот остатка того, что есть. Ну, как бы здесь есть произведения, их можно сыграть. Так что довольно-таки ценная в хозяйстве вещь. Ну, дальше мы будем обозревать. Вот такой весь есть папка с разными рисунками. Рисунками, коллажами моего авторства. Это делал я коллажи разные. Делал коллажи, вот такие вот рисуночки. Рисуночек один, вот видим такой. Так вот, видите, когда через ксерок, то чуть-чуть по-другому. Он это тоже вот RTV Facet, моя подпись. Вот еще такой коллаж. Это все коллажи. Это не все я рисовал, я просто собирал это. И так вот получалось. Коллажи такие. Те Dead Frozen Food, Zippy. The F, Overdosage, если можно прочитать, фирменный стиль, все дела, цветочек, твенг, чашечка, возможно, чаем нарисовано. Вот еще человек, кидающий там символ, да, это известный символ. Вот глаз мы видим. Так, ну, тут поинтереснее уже коллаж такой, но тоже можно рассматривать долго. Вот тут находить разные такие вот... Труба видим, да, из какого-то каталога, насколько я помню. Гитара, на которой написано Zip. И тут где-то это вот сделано как пластинка. Это для тех, кто будет разбираться в том, в моей, так сказать, гениальности или супергениальности. Вот видим тут еще даже
значок доллара и такой смайлик. Ну, а вот еще чуть-чуть более осветленная версия была. Вот еще такой вот рисунок был. 2002 год, стихотворение. Стихотворение распечатано на принтере, плюс рисуночек. И вот это было еще в графических редакторах тех времен нарисовано. Вот еще так вот такой коллаж с воздушным шаром. Домик тут еще, видите, как я придумал. И это вот такой вот тоже домик. И вот еще, видите, тоже башенка такая. Нарисована девушка, это тоже актриса какая-то, насколько я понимаю. Ну, такой вот интересный коллаж. Ну, интересно вот так, например, смотреть. Такой в стиле аниме. Вот еще один коллаж. Еще один коллаж такой. Ну, мы от музыкальной журналистики перешли чуть-чуть к изобразительному искусству. Ну, к искусству вообще. Музыкальная журналистика, она связана с искусством, конечно же, насколько вы понимаете. И вообще со всем она связана. Все между собой взаимосвязано. Вот такие вот рисунки я показываю и рассказываю вам что-нибудь о себе. Вот такой, видите, пресса Украины, Джорна, РТВ, Топер, такой вот коллажик. Ну, понятно, видите, от ГГУ, но переделанный. Такой вот коллажик, вот еще стихотворение «Звездочет» 2000 года, РТВ Фэсит, это моего. Мое произведение «Звездочет». Ночной горизонт манит меня, и я отправляюсь в путь, чтобы найти мечту для себя. И не пытайтесь меня вернуть, это бесполезно, ведь гулять под луной так интересно. А в этих стенах мне тесно, и скука давит на грудь. Дорога под звездным небом становится моим духовным хлебом. Окружающие впечатления прекрасны, и я доволен собой. Заполняя пустоту ответом на существование суть, созерцанием созвездий над головой, их мерцающий свет отражается в лужах. Я оделся тепло и не буду простужен, когда вернусь домой. Такое вот стихотворение «Звездочет». Так, вот такой вот, видите, еще коллаж. Потом было время цветных коллажей. Вот такой вот коллаж. Вот такой еще коллаж был старенький, сделанный из... Вот адрес сайта, как мы видим. Такой вот коллаж. Юга Пип Десигн. И... В общем, такой коллаж из старого времени. Еще вот такая вот есть. Еще вот такая вот есть картина. Такая вот интересненькая картина. Это цветная такая, на ней потоки отыграют. Вот такой дадаизм, абстракционизм, все дела. И вот еще есть такой даже вырезанный, такой вот тоже. В чем-то коллаж, произведение искусства такого. Есть еще... Фотография. Фотографии мои тех времен. Да, ну, в принципе, я особо не изменился. Я ведь в вечности путешествую. Ну, все хорошо. Вот я тут пил сок. Вот фотография тех времен Руслана Трахнюка, когда он еще не был так вам известен, как музыкальный журналист, как Зипики там и все остальное, когда еще, возможно, даже и не было сайта ВКонтакте. Вот такая фотография. Такая. И такая. Вторая, да? Две одинаковые. Две одинаковых таких фотографии. Тут еще у меня в принципе целый архив какой. Всего. И такая даже есть. И даже я вот такой вот есть. Вот такой вот. Это я. Вот это я. Да. Это тоже я. Да, это тоже я. И вот еще одна фотография. На всех фотографиях узнаем себя, где же я. Ну, это я вот еще когда в школу ходил, да, вот. Вот я вот, видите, навел. Он мне пальцем, вот, покажи на себя пальцем, вот, 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 это я. Так, ну вот еще где-то я, вот, видите, наверное, выступал в детском саду. Ничего не помню, это было так давно. Вот балалайку я держал уже тогда в руках. Вот 1 мая, там какой-то концерт, год не указан. Вот еще я, тоже такая фотография, вот видите, чуть-чуть потерто под носом. И тут еще вот такая вот фотография, коллажи я свои, видите, в жилеточке, в рубашке, в галстуке. Такой вот был фотография.
И вот еще где-то тут тоже себя найти. Маленького, совсем маленький, совсем такой. Вот я, детская фотография. Вот я сижу. Вот еще теперь это вот картина. Такая картина, красным цветом выполненная. Можно вот так, например, крутить. Или так. Такая вот картина. Картина туда, сюда картина. Так, ну дальше, 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 дальше. Что-нибудь интересное. Вот я, например, с Буратино таким. Вот я, вот Буратино или Пиноккио, у него в руках ключик такой в виде робота. И я такой, не помню в каком возрасте. Так, и еще одна такая же. Так, это не будем. Это не будем в обзоре. Этого тоже, это тоже. Это тоже, тоже, тоже. Такой негатив еще есть. Видим, негативный. Она уже есть проявленная. Так. Вот это я делал, фотожурналистикой занимался. За это я получил, по-моему, какую-то за эту фотографию зачет по фотожурналистике. Или за эту, или за другую. Харьков Рапа-Сити, да, какой-то год. Не помню. Не помню, где это было сделано. Потом, может быть, вспомню. Исторический экскурс, такое путешествие во времени, во вселенной. Обзор, обзор, обзор. Ну, как бы там, я понимаю, вам скучно, конечно, это все смотреть. Вот еще и были такие проекты обложек. Вот такая вот интересная Real Mona Lisa. Такой вот, видите, фотография интересная. Вот такой вот есть еще Zippy Freak. Zippy Freak. Рисунок с человечком. Так, еще есть вот такой вот коллаж. Интересненький коллаж. Вот такой вот коллаж. Так. Дальше, чтобы интересно это показать. Уже, знаете, как бы обзор наш затянулся на 12 минут. Так, это было Sad Situation стихотворение. Sad Situation Modern Rap Поэзия. Как-то мы скатились от музыкальной журналистики. Музыкальной журналистики мы скатились. Sad Situation, I didn't pass the exam, I lost my plastic gun, it's not fun, where's my ID, no access to the library. Да. Да-да-да. И вот такие еще были. Такие еще были артефакты. Артефакты. Так, тоже было. Тоже было. Тоже было. Это было, да? Ну, копии, да. Копии, копии, ремиксы, ремиксов и так далее. Что такое? Вот вырезанная фотография из журнала Vogue. Да. Теперь. Так, ну это мы обозревали. Картинки посмотрели. Ну, посмотрим. Что за окном? Так раз. Посмотрим не за окно. Через жалюзи посмотрим. Вид из окна. Вид из окна автомобили, в которых тоже, кстати, есть магнитофончики. Люди слушают там музыку различную. Идут. Вот птица. Обратите внимание на крышу. Ну, такой вот из меня скучный видеоблогер. Видеоблогер, который обозревает вид из окна, комментирует по ходу это все. Вообще просто смотрите и удивляйтесь. Это вселенная, она прекрасна.